Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала Let's Hard Games, с вами Бабкин. Мы продолжаем проходить Бога Войны на высокой сложности. И давайте сразу плавать. Возвращаемся туда, там, где мы открыли заграждение, и сейчас очень неприятный момент. Окей. Еще чуть-чуть, и у меня была бы крышка. Так. Это назад. Да, назад. Все правильно вроде. Вот сюда, да? А если опять попробовать что-то понажимать, нет? Так, тут у нас сохранение, причем очень даже в тему. Если я не ошибаюсь, мы сейчас будем умирать. Поэтому сохранение нам очень в тему. Так, и что, подружка, ты мне сделаешь? А как их ублажить? Я же нажимаю. Ага, тут еще нужно угадать, что нажимать, потому что... И что она мне дала? Что-то я вообще ничего не понял. Так, и нас уже счетчик 25, 26, 27,5, да? То есть это почти около 9000. То есть, по идее, 30-ка это будет как раз 9000. Мы сможем прокачать наши клинки. Возможно, там сверху была решетка, и когда я ее ублажил, срамота, да? Там открылась эта решетка, не знаю, не факт, если честно. Давайте все-таки попробуем вернуться назад и что-то с той сделать. Я не знаю, просто я все нажимал вроде как. Если к первой я подходил, там нужно было L1 нажать. А, вот, смотрите. И... Ну. Зачем я это сделал? Кратос, тебя использовали. Но я не знаю. Ничего не произошло. Возможно, потому что у меня там фул хп или фул мана. То есть, возможно, бы что-то бы и произошло. Если бы, я не знаю, может бы полечила меня. Хрен ее пойми.
Окей. Так. Йоу-йоу-йоу-йоу. Так, а нам, по-моему... Налево, да? Чё, пробуем? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Еще и достало. Я умер. Вот так вот. Я же говорил, будем умирать. Возможно, там одна быстрее, одна медленнее, я не знаю. Хотя, я думаю, нет. Отлично, вроде справились. Насколько я помню, больше такого не будет. Да, тут дверька закрылась. И что дальше? В воде, по-моему, ничего нет. Да, можно вылазить. Тут у нас вроде никаких тайничков нет. Еще одно сохранение. Ага, меня тут поджидают. Да хрен вам. Давайте еще разок. То есть, смотрю, они прям ненасытные. Ну, как я люблю захват. Чуть красные сферы вообще не дало. Окей. Пожалуй, этот сундук мы откроем, сохранимся.
Тут, насколько я помню, на время, да? Или нет? Да как так? Ну, почти. Еще 301 душа, точнее сфера. Я буду очень доволен. Что у нас тут написано? Амфитрита, вечная жена Посейдона, будет наблюдать за этой комнатой. Только она знает тайный ход. В общем, можно посмотреть на нее, и она как бы показывает нам пальцем, где этот сам тайный ход и находится. То есть под водой. Но сначала нам нужно дернуть. Насколько я помню, там, по-моему, и секрет даже есть. Давайте посмотрим, чтобы точно, наверняка, знать. А, вроде бы нету. Тогда просто так делаем и все. Мы уже должны попасть в эту комнату с алмазом. Ну или хотя бы в ту локацию. Что-то долго мы очень плаваем. Видите? Окей. А, это как бы локация кольца Посейдона. Ну, сейчас мы, по идее, доберемся до последнего кольца. Я не помню, сейчас нужно это юзать или нет. По-моему, еще рано. Там нужно поставить правильно. Ага. Да ёп. Чё ж вы такие? Блин, на них не действует. Упырь, просто упырь. Как ты меня так бьешь? Я тебя же бью. А ты меня бьешь, а я тебя бью. Что это такое?
Окей, опять закрылась. Кстати, нам нужно... Чуть не забыл. Нам нужно найти ту комнату. Там, где... Не вперед, а назад. Назад, Кратос, назад. Назад можешь крутить? Не может. А, в общем, нужно найти ту комнату, ту дверь, там, где нужно вставить ключи в виде муз. Я это так долго ждал. Это не тут. Это мы кружочек сделали, да? Вот следующая должна быть она. Она самая она родненькая. Давай, 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 родненькая. Где ты, где ты, где ты? Вот. Конечно. Ну-ка, эпично заходим медленно. Так, и по-моему, можно... Так, Зевс одарил вас опытом. Пусть ваши способности превзойдут способности и человека, и животного. Неплохо, да? Да херища просто сфер. Тут у нас, по-моему, магия. Зевс одарил вас магической силой. Пусть ваши враги дрожат при виде вас. По-моему, можно еще немножко улучшить или нет. Точно не помню. И опять же... Зевс одарил вас здоровьем. Пусть ваши враги дрожат при виде вашей силы. Вот так вот. Что тут написано? Боги надежно спрятали ящик Пандоры, но они могут сжалиться. Используй волшебные песчинки дары богов, чтобы повысить свои шансы и достичь цели. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, у нас есть 11 кусков. Как это все медленно... используется, то есть во второй части там уже предусмотрели этот момент, и если, допустим, 9000, оно с каждой сферой все быстрее наполняется, и вы не так, то есть вы не ждете долго, чтобы прокачать какое-то оружие. Так, копье фурии, это у нас L1, кружок, копье фурии. А зачем писать одно и то же? А, мощь Геркулеса. А,
Ага. А, умение благословения Афины, бесконечная магия, пока активна ярость богов. О, вот это очень круто. То есть мы юзаем ярость богов, и у нас бесконечная магия. Это очень круто. И у нас есть 2000. Я думаю, потом мы просто прокачаем Зевсу зол. Просто, ну, гнев Зевса, да, то есть, другими словами. Потому что, ну, медузу, в принципе, я ею просто не буду пользоваться, поэтому смысл ее качать я не вижу. У нас тут почти 6 часов чистого геймплея. И, грубо говоря, я ни разу не пользовался медузой. Только когда я ее добыл. Потому что там нужно было это сделать. А вроде как. Подождите, там, по-моему, еще была одна комната. Я не знаю, нужна она или нет. Заходил я туда или нет. Там с книгой. Но нам еще нужно в последнем кольце слить воду, поэтому что-то нам еще нужно делать. Тут мы точно были, мы там получили меч Артемида, или как он там, да, по-моему. Вот вроде как тут. Кстати, можно тут... Нет, это не этот прием. А, я понял. Там еще ж какой-то прием был, связанный с Геркулесом, вроде. А. Окей, сейчас. Вот такой. Ага, еще можно даже так сделать, окей. Я не помню, не закроется дверь? А, вот оно что. Вот оно что. Мы, по-моему, вообще заходили вот с этой стороны. По-моему, там справа потом что-то откроется или нет. Непонятно, зачем это они сделали. В общем, давайте найдем дырку. Дверь. Теперь нам нужно наверх. Как видите, на 5 уровне даже клинки по-другому немного светятся. Таким каким-то красный, даже я не знаю, кислотно-красный, наверное, вот такой какой-то цвет. Вот про эту воду я говорил, ее нужно слить. По идее, нам нужно сейчас нырнуть в ту дырочку, да? Вот этот череп, по-моему, как раз нам и нужно так сделать, чтобы тот кристалл светился в этот череп.
общем, затопленный рычаг, и сейчас мы не можем его использовать. Поэтому я и говорю, что нужно слить воду. Днище. Такое впечатление, как будто тут секрет. Ну ладно. О, сейчас опять же будет не очень приятный момент. А, и пожалуй, знаете что, ребят? Ну ладно, сейчас будет махач. Только не помню, сразу или нет. Вот, пока все... Пока у нас... все спокойно, мы, наверное, закончим серию, потому что... Тут сейчас будет делов, ну, минимум на 10 минут, и... Не очень, я знаю, это... Помню... А, нет, вот есть сохранение, вот, даже так сделаем. Окей. То есть, неизвестно, буду я там умирать или нет, поэтому давайте закончим. Ну и, в принципе, спасибо за просмотр. С вами был Бабкин. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, покупайте игры со скидкой, ссылочка в описании. Пишите свои комментарии, не забывайте ставить пальцы вверх. Всего вам хорошего, до новых встреч. Пока-пока.